Продолжение истории. Моя любимая дочь. Третья часть. Ну что? Новенько. Теперь поняла, кто тут самый главный. Ха-ха-ха. Согласна, твоя дочь, я как правда слышу. Убирайся. Кстати, скоро отец приедет. Папочка, папа приедет. Да, папа приедет. Хорошо, убираюсь. Еще там приедется и все. Хорошо. Смотри, там ничего не разбей. Да, дура. Да, согласна, доченька. Не надо меня так обзывать. Не хочу и буду. Пусть обзывает, никакое дело. Я сейчас на тебя пофиг. Да, согласна. И мне до тебя сестра. Вот так, все убираюсь. Тихо, папа. Ну все, отец. Ну что? Что ты сделаешь? Ничего, оставайся. Хорошо. Ой. Да, это мой папа, так что не трогайте. Ну и ладно, у меня есть папа, я ее тоже люблю. Да, дочка. Я тебя очень люблю, а ее нет, бомжи. Ну ладно, мама против папы. Моя любимая дочь. Следующая. Доброе утро. Папа, папа, я так по тебе соскучилась. Почему тебя так долго не было? Доченька, я был в отпуске. Что ты тут делала? Ты первая родилась, когда меня не было? Конечно, пап, я родилась. Красивая, да, ты прям вся в меня, доченька. Смотри, что я тебе купил. На. Спасибо, папа, ты такой милый. Спасибо, теперь у меня есть мишка. Да, доченька, это теперь твоя мишка. Я тебе его специально купил, чтобы ты грустила. Спасибо, папа. Мне же так. Мне еще завтра тоже надо идти в отпуск, поэтому я завтра на работу, пока что здесь, хорошо? Хорошо, папа. Дай, пожалуйста, мне тоже сейчас. Давай, что мету. Давай, прихожу. Все, я у тебя забрал мету. Спасибо, папа, ты лучше. Спасибо, ты мне еще мишку подарил.
спасибо, папа. Никогда ты мне никогда никаких подарков, когда ты был в отпуске, не дарил. Спасибо. Я тебя очень сильно люблю, доченька. Все, давай. Я пошел кушать, пока. В то время. Ля-ля-ля, какой классный мишка. Он мне очень нравится. Что Мишка мне папа его подарил? Что? Я тоже хочу! Почему у тебя такие крутые подарки? Мама! А нет всего плакать. Тебе вот уж мама любит, а мне папа. А вообще-то это мой Мишка, мне бы он подарил. Мама! Что ты такой, доченька? У нее папа подарил. А у меня не готовы подарки. Быстро не так подарил. Ладно, раз так, значит, я у нее отберу мишку. Быстро дала моей дочке мишку. Я не обязана. Это мой мишка. Мне бы папа подарил. Так что убрали руки. Ах, так. Значит, я тебе его сама отберу. Все, отобрала у тебя медведя. Теперь это твоя доченька. Что? Папа, мне отобрали Мишку. Заткнись, урод. Папа, мне отобрали Мишку. Что происходит? Что ты тут забыл? Пошел вон оттуда. Твое дело. Да, папа, я тебя не люблю, ты самый плохой, бэм. Что ты тут делаешь? Вообще-то это мой Мишка. И тут мне должны все уступать. Понятно? Я что-то не понял. Быстро отдала Мишку моей дочке. Не обязана, понятно? Сейчас тебе так ударишь, что ты вылечишь. На, и твоя дочь. Подыщи, понятно? Теперь вам все глаза выколю. Папа, что ты надел? Мой глаз. Я тебя ненавижу просто. Забирай своего медведя, ненавижу вас. Спить пока, пойдем, дочка, пойдем. Пойдем, я вас там ненавижу. Так, все, дочка, все, дочка, на тебе медведя. Спасибо, папа, спасибо. Пожалуйста, я глаза выкалю. Тебя уже выкалывали глаза? Да, конечно, меня выкалывали. Да, вот тебе, держи. Я тебя отвезу, чтобы в твою комнату, чтобы тебя никто не подкрал. Пойдем сюда. Да, папа, подожди меня. Ой, какая у тебя комната, разве тебе здесь отправили спать? Да, конечно, мне здесь отправили, какой ужас. Ладно, вот отодвинули. Отодвинули, так. Ну, пока что здесь посиди. Спасибо, папа. Я здесь себя закрою, чтобы не уходил. Чук-чук-чук-чук. Спасибо, папа, ты лучший. Спасибо, ты меня спас. Папа, пока, все, я пошел. Там. Мама, у него нет таких крутой папы, покупать меня, моя папа, тебе почему, ты плохая мама. Дочка, я хотела тебя просто сделать. Да пойми меня, я не знала, что делать этой твари. Вот я их тебя вижу. Ты мне очень плохие подарки даришь. Я хочу, чтобы ты очень крутые дарила. Я не могу тебе дарить крутые. Ты что? А у меня нет денег, а что ты хочешь давать их? Ох, ты мне надоел уже, достала. Надоел уже. По глазу папу ударил. Да, теперь у нас будет болеть глаза из-за него. Короче, все.
четвертой. Папа сейчас завтра уедет. Я такое устрою. Я тоже такое устрою. Да, дочь. Ты устроишь ей плохое. Да, я ей устрою плохое. А теперь сядь на кроватку. Сядь на кроватку. Все, ты села на кроватку. Так, у меня есть такой класс. Вот такой класс. Что за день? Не знаю, какой у меня есть план. Ну и какой же у тебя есть план? Дочка, давай говорим все так. Когда ты вырастешь, что будешь меня любить? Мамочка, конечно, я буду тебя любить. Ты моя любимая, родненькая. Люблю тебя. Так, тогда хорошо. Но ты знаешь, что ты должна придирать свою сестру, чтобы у нее была плохая жизнь, чтобы она не доходила парня. Понятно? Да, я буду придирать свою сестру, как хорошая шара. Так, будешь придирать? Молодец. Будешь конфетку получать? Ага. Давай ложимся спать, сейчас тебе пижаму одену. Пижаму. Все, я тебе одену пижаму. Так, сейчас я себе одену пижаму. Так, берем. Мы же там не сможем туалета. Все, я делаю. Мы теперь близняшки. Ага, мамочка. Все, давай. Ложимся спать. Все, мы лежим. Так. Так, доченька. Да, папочка. Сейчас мы будем ложиться спать. Вау, на этой кроватке, да? Да, на этой кроватке. Хорошо, папа. Сейчас я тебе одену пижамку. Одеваю. Так, я одеваю тебе пижамку. Папа, ты же моя любимая пижамка. Спасибо. А теперь я себе одену. Теперь я одену себе. Себе. Так, одеваю себе пижамку. Вот моя пижамка. Папа, у тебя очень красивая пижамка. Все, мы спим. На следующее будет четвертая часть завтра.